Всем доброго времени суток, с вами канал Артмания, и сегодня у нас с вами будет видеообзор на вот такие вот гирляндочки новогодние. Покупала за 99 рублей в их прайсе, вот, 1,2 сантиметра длина у нее, и работает от 2 батареек. Вот, давайте посмотрим их. Шуршать вам. Так, бумажечка. Фотографию на бумажечку, на, вернее, сделаю фотографию на эту бумажечку, будет в конце ролика, и там все почитаете. Не знаю, что там может быть написано. А, то, что от батареек она работает. Там нельзя погружать воду. Так. Не вижу я здесь что-то метра особо. Не знаю, может, если их все вместе разложить, будет, может быть, и метр. Ну, ладно. Так, здесь есть у нас штучка для батареек. Как она у нас открывается? Вот. Ага. Выезжает. Так. И вставлять сюда батарейки мы будем тоже из фикпрайса. Вот наши батарейки. Мы сейчас с вами будем тестировать. Сразу зажглись, даже были включенные. Здесь какие-то вот, не знаю, не волосы, это какие-то резиновые. А, это клей тут еще. Клей. Ладно, мы будем его трогать. Все работает, все красиво. Я читала отзывы, что у кого-то не работало, прям даже мне было немножко страшновато, как же так, потратишь деньги и в итоге не будет работать. Все, вот оно работает, все красиво. Сейчас мы их попробуем в стакан сложить. Нет, даже не умещается. Больше, наверное, должен быть стакан. Как-нибудь так вот. А это вот можно отдельно. Там провода. Как они красиво светятся. Попробуем сейчас мы их сложить вот в такую, она побольше. Ой. Она побольше. Так.
это выглядит. Настолько это вот красиво. Можно делать фотосессию. Сюда можно положить шишечку. Вот у меня тут есть. Есть у меня вот такие вот шишечки. Они у меня перевязанные, правда, чтобы не разбегались. Вот. Что-то такое. Сразу шишками запахло. Так вот. Да будет свет. Так. Вот такие вот у нас игрушки. Все работает. Здесь вот все прямо клей такой тянущийся был, как ворсинки, как будто мелкие. Коробочка очень плотная такая, качественно выполнена. Немножко скрипит вот здесь вот только, а так в принципе нет. Тут все железненькое. Ну там как обычно стандартное надо. Кнопка включения, выключения, ходуном особо. Чуть-чуть ходит ходуном. Проводки довольно хорошие, беленькие. Тут идут перемотанные. Сами игрушки. Есть вот в некоторых местах вот здесь вот дырочки. Как будто насквозь вот так дырочка идет. Вот. По-моему, не... Хотя нет, в принципе, она везде идет. Видимо, как она смыкается, как будто. Наверное, так должно быть. Тут ходуном ходит. Тут тоже. Вот внутри находится лампочка. Так, сейчас. Вот она там, лампочка находится внутри. Такие довольно симпатичные. Хотелось бы, знаете, как еще, чтобы они мигали так по очереди. Вот у меня голубенькие, но хотелось мне серебристые. Их, к сожалению, не было у нас. Купил такие. Так, вот они красивые. 6 штук в наборе. Насчет метра сейчас давайте я померяю, скажу так, что у нас там с метром. Я померила, и тут действительно 120 сантиметров. Вот, на вид тут даже вообще не кажется, тут проводочки, но нет, здесь 120 сантиметров. Выполнены они хорошо, лишнего ничего здесь нету. Никакой краски. За 99 рублей прямо отличная такая. Можно даже еще купить. Серебристые поискать. Наверное, может быть, что я и сделаю. Можно их даже как-то переплести. Что-то такое. Вот очень красивые. Давайте на них еще раз посмотрим. Включу я свет. Вот, они так красиво смотрятся. Игрушки вместе. Можно просто даже на стену, как сейчас на стену вешают. Можно также на стену их повесить. Очень, смотрите, как красиво. Даже если вот эти вот убрать, просто оставить одну. Какая красота, красотища вообще, мне так нравится, особенно они когда вот стоят вот так, если их поставить все, будет очень красиво. Батарейки тоже работают, все светится, ну не знаю, попробуйте со своими какими-то там, ну, эти батарейки, может Duracell будет светить ярче или там как-то по-другому, не знаю,
Но меня в принципе устраивает. Вот. С вами был канал Артмания. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, как у вас светит, работают, не работают. И всем пока-пока.